Полиция Нидерландов будет бороться с нелегальными беспилотниками при помощи специально обученных орлов. Почти год птиц тренировали, и вот теперь хищники без труда ловят дронов. При этом орлы сами не травмируются и не подвергают опасности прохожих. Птицы ловят дрон как добычу, затем уносят его в безопасное расстояние. И все это практически как в природе. Полицейские так вдохновились успехами своих пернатых подопечных, что решили обучить еще 100 птиц и сформировать специальный орлиный отряд для борьбы с беспилотниками. Казалось бы, проблема не стоит выеденного яйца, но летают себе дроны, долетают. Но не все так просто, ведь они могут быть опасны для людей. Были случаи, когда беспилотники очень близко подлетали к воздушным судам, и пилотам приходилось маневрировать, чтобы избежать столкновения.